апостол Павел молился, уже не я живу, но живет во мне Христос. Он молился, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. И это не фанатизм, друзья, это вера. Что такое фанатизм, я вам скажу. Определение фанатика. Человек, который сбился с цели и удвоил усилия, это фанатик. А человек, который идет правильно к цели, удваивая усилия, это человек верующий.